Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилерон и Миникоша, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши битвы строителей на сервере Hypixel. Хервере. Так, заходим в Build Battle. Давай, запускай нас, запускай. Отлично. Так, пока никого нет, ладно, сейчас мы всех дождемся. И надеюсь, сегодня будет что-то мега офигенное. Ого, ничего себе, уже начало. Так, нужно построить фермера. Так, что за фермер, Так, что мне для него нужно? Мне нужна земля, по-любому, это же фермер. Так, для него нужно делать какое-то лицо, скорее всего, из глины. Наконец-то глина. Так, где тут братская глина? Глина, ты где? Кажется, где-то в цветочках. А, нет, не в цветочках. Блин, я ее не вижу просто. А, вот, вот она, блин, долбанная белая глина. Офигеть. Так, вроде бы для лица потянет. Так, мне нужно для него сделать штаны, для него нужно сделать какие-то тапки. Так, что-то, по идее, черное мне еще нужно будет использовать. А, что же еще? Так, вот это. И вроде бы пока все. Так, начиная, наверное, с земли. Так, земля. Так, все, землю сделали. Отлично. Так, фермер. Но, скорее всего, буду строить кого-то мужичка. Так, мужичок-колхозник. Так, лапы, наверное, не сильно большие буду делать ему. Так, это, по идее, сапог номер один. Так, далеко ноги расставлять ему не буду, или на три блока. Так, сапог номер два. Дальше должны быть какие-то штанцы. Так, штаны. Пока вроде бы все красиво. Блин, надо потом это объема всего этому делу придать. Ну, это да. Блин, пока он у меня очень уродливый. Так, еще немножечко штанов. Пока делаю пиксельного, дальше уже буду наращивать. Так, это типа пояс у него. А, футболка. Какого цвета у тебя будет футболка? К примеру, желтая. Нет, у фермера вообще должны быть подтяжки. У фермера должны быть подтяжки, вот такие вот подтяги. Так, вот вторая подтяжка. На футболка, пускай у нас будет желтая. Так, вот так вот, желтая футболка. Наращивай. Блин, на росомаху мощь. Похоже. Это реально росомаха какая-то. Да, так, нет, это не здесь. Так, вот так вот, вторая лапа. Так, лапа должна идти одна куда-то там, не знаю, вниз что ли. Так, вот так вот, лапа вниз. Отлично. Времечко. Времечко не ждет, оно заканчивается совершенно очень быстро. Так, и я уже когда-то помню, что-то подобное делал. Так, это должно получиться. В прошлый раз мне нифига не оценили эту работу, а сейчас надеюсь, что оценят. Так, я что делала, мне нужно? Вроде. Мне нужно сделать фермера, у которого будет, скорее всего, трезубец. Почему бы и нет? Так, как-то, как бы мне это сделать? А, блин, они вообще поймут, что это, или не поймут, что это? Хорошо, это будет не трезубец, это будет лопата. Так, убираем тогда вот это. Что мне нужно? Мне нужно из дерева, либо из чего? Блин, из чего же мне сделать? Так, чтобы использовать такое? Так, а если оранжевое, типа это у меня вот такой черенок лопаты. Так, надеюсь, пойму, что это лопата. Так, это лопата, люди, верьте мне, это лопата. Я специалист, я разбираюсь в этом деле. Так, наращиваем объем ему. Так, объем. Штанам тоже объем нужно нарастить. Так, вот так вот. Так, наверное, здесь не стоит. Лапу тебе нужно сделать как-то пошире. Так, блин, с ногами у меня все очень туго получается. Так, ладно. Блинчик. У тебя тоже все хреново, да? Да, так, очень даже фигово. У меня получается очень толстые ноги, очень толстый колхозник. Очень толстый. Так, блин, жопка еще у тебя должна быть объемная как-то по идее. Так, вот так вот. Здесь думаю, что можно особо не запариваться. Так, вот так. Нет, уходи. Так, сейчас, блин, закончить как бы это все покрасивее. А, так, спереди, думаю, достаточно и так будет. Здесь, наверное, синего добавить. Так, вот вроде бы симпатично. Я так много времени потрачу на придание объема вот этой вот фигни, это капец просто. Я тоже, если честно, но надо хоть как-то так, постараться. Так, синего здесь нужно еще добавить. А почему у меня есть лапа одна туда? А, одна лапа вообще в сторону ушла. Блин! Так, тогда вот так. Ай, кошмар. Так, ё-моё. Что, у тебя тоже все совсем грустнее, да? Да. Так, вот как-то вот так. Блин, он ужасный получается, он ужасен. Мистер Колхозник, ты меня пока вообще не впечатляешь никак. Так, ну ладно, как-то вроде бы что-то вырисовалось хотя бы немножко у нас. Так, вот здесь. Так, надо тебе как-то голову хотя бы сделать. А, времени минута осталось. Господи, как мало времени. Это вообще незаконно, что так мало времени. Так, голову хотел сделать вообще из глины тебе. Так, быстрее голову. Дурацкая голова, не успею построить. Ой, не успею. Блин. Так, быстрее. Волосы. Ты же колхозник, у тебя же должно быть хоть немножечко волос. Блинчик. Вот хоть чуть-чуть волосиков должно же у тебя быть. Вот так вот, немножко волосиков. Так, вот так, все отлично, колхозник вырисовывается. А, руки надо было делать другого цвета. Бакенбарды сделать. Господи, так быстрее, белая основа. Где глаза? Хотя бы один глаз ему успеть сделать. Так, черный глаз. Так, забрать. Некуда, что, не берется, что ли? Ай-яй-яй-яй. Ну, быстрее, где глаза?
дурацкие глаза, так, белое снова, 15 секунд, я не успеваю, слишком много времени потрачено. Почему нифига не берется? Блин, ну что за хрень? Ну как так? Ну блин, мне кажется, глаз не будет, хотя с чего-нибудь глаза уже сделать, вот хотя бы вот такие вот два глаза. Нет, ужасно, я здесь не победю, это просто капец. Жестоко. Так, это что? У кого-то еще кажется все грустнее, чем у меня. У меня почему-то глаз не ставился. Какого хрена? Я же хотел поставить глаза. Ничего не получилось. Этот мужик почти такой же, как у меня. Вау, блин, это меня. Блин, прикольно. Я не успел, к сожалению. Блин, я тебе поставлю. Мой недоросомаха не успел. Ну, я не знаю. Блин, весело. Ну, я глаза ему не сделал. Я не закончил его. Слишком много времени потратил. Сейчас послушаешь мою офигеть. Это слишком просто. Это просто Майнкрафт. Я какашку поставлю. Вау. Это единственное, за что я действительно проголосую. Или будем голосовать. Слушай, давай будем голосовать. Вот здесь парень успел. У него, правда, нет ничего такого, чтобы он держал это в руках. Сигарета? Ну, скорее всего, да, сигарета. Я ему поставлю гуд, окей, я ему гуд поставил. Мне нравится. Он успел хотя бы глаза мой сделать. Мой фермер будет так, уникален. Так, это снова супер какашка. Потому что здесь я даже не вижу никого, кто бы мог здесь что-нибудь где-то вскапывать. Только крюшки такие ходят, типа, господи, что происходит? Смотри, они некоторые даже шевелятся. Раньше животные вроде бы вообще не шевелились. Это просто. Да, это торговец, это ж вилладжер. Вилладжер и фермер, это ж не одно и то же. Ну ладно, я поставлю просто пуп, потому что пацан действительно потратил кучу времени. Так, это а что-то странное. What? Что это? Кажется, победит тот пацан, которому я поставил гуд, потому что у него действительно гуд. Там ничего это мое. Не удивило. Твое? Да. Слушай. Я хотела сделать корзину мне тоже с фруктами, овощами, но я не сообразила как. Ну, не сильно эпично, я тебе гуд поставлю, но это не эпично. А шляпа как тебе? Ну, не знаю, я шляпу не видел. Может быть, шляпа тащила бы, но шляпу я не видел. Так, это что-то, ну, я не знаю, пуп. Слишком изи. Да, пацан победит, чувствую, ты займешь второе место, я буду на третьем. Не, мне кажется, я никакой не займу. Второе место? Я победил? Да ладно, я с глазами. Не, ну он милый, конечно, я не спорю, он милый, но победа. Не, ну знаешь, если сравнивать с тем, что остальные сделали, то да, у меня все-таки здесь хотя бы лопата, а пацан, который сделал вот этого своего монстрика, который с фигней, типа сигареты в зубах, курить вредно вообще. Вот за это он и проиграл, вот и все. Давай еще один заход. На меня какой-то медведь нападает. Дед, отсюда. Это медведь из пяти ночей с Фредди. Дед, уходи. Никаких пяти ночей с Фредди. Я в эту игру никогда играть не буду. Так, баранина. Отлично. Может, какую-то мицелиевскую землю я найду? Я хотел бы сделать землю с мицелием, хотя какое-то отношение к баранам имеет, действительно, не никакого. Знаю. Так, надо тогда быстрее разбираться. Так, это. Так, вот это мне нужно. Я не буду говорить вслух, потому что кошки у меня воруют идеи. Да, так, мне нужно. Да! Не знала, да, кошки у меня воруют идеи. Так, это глина. Что еще бы использовать? Так, баранины. Ну, вроде бы для начала, мне думаю, что хватит. Так, берем сразу землю, меняем. Ты тоже не забывай землю, меня вроде бы ты и так не забываешь. Так, у баранины 4 лапы. Единственное, что я могу сказать. Блин, как бы лапы делать для баранов? Я знаю, как для динозавров. Не лапы для всех. Так, это лапа 1. Весело это будет. Как бы набросок у меня. Все еще может обменяться. Так, нужно сделать 3 промежуток. Так, вот так вот. Есть 3, да, 3 блока. Так, лапа 1, лапа 2, лапа 3. Это будет монстр. Это будет очень нестандартный баран. Очень нестандартный. Так, делаем основу для его лап. Так, основа готова. Теперь сделать коробку дурацкую. Дурацкая коробка баранья. Самая тяжелая. Да, самое тяжелое это сделать баранокоробку. Возможно, у меня будет стационарная установка версии баран 1. Может быть, когда-то я все переделаю, будет баран 2. Так, надо как-то здесь объемности придать бы мне. Так, тогда вот так вот, вот так вот. Так, наращиваем. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Это будет здоровенная коробка. Это будет здоровенная баранья коробка. Я уже почти в этом уверен. Так, быстрее баранью коробку сделать. Блин, насколько высокую мне вообще делать эту баранью коробку, я еще пока не знаю даже. Это должен быть большой баран. Он должен всех удивить тем, насколько он большой и крутой. Та-та-та-та-та-та. Так, лишнее. Так, времени 3 минуты. Я, кажется, не успею сделать барана-монстра. Блин, реально не успею. Так, это вообще все лишнее. Так, барана-монстр должен получиться очень большим и крутым. Блинчик, 3 минуты. Так, это тоже все лишнее. Так, где-то здесь этой высоты должно быть достаточно. Так, как-то вот так вот, я думаю, что будет нам достаточно. Так, у тебя какого цвета баран стать? Не скажу. Цвета барана. Цвета барана розовый, что ли?
Да, я угадал? Нет, не розовый. Не розовый? Не розовый. Да ладно, бараны могут быть любого цвета, это прелесть барана. Его можно покрасить любой цвет вообще. Причем, если ты покрасил его уже какой-то цвет, его потом можно красителем взять и заменить. Поэтому я пока строю базового белого барана. Если у меня хватит времени, то я, может быть, добавлю ему каких-то цветов. Блин, господи, 2 минуты осталось. 2 минуты. Так, мне нужно заполнить барана. Так, баран должен быть заполнен быстрее. Так, заполняем барана. Так, барашка. Он такой огромный, мне еще ему голову делать. Так, как вообще голова у барана выглядит? Я не сильно помню. Блин, надо будет кого-то барана, чувствую, тестового поставить и срисовать ему морду. Потому что я не помню, как голова барана выглядит. Так, дурацкая здоровенная коробка готова. Так, можно уже называть это бараном, но все еще чувствую рана. Так, давай, вот такая вот у нас здесь баранья должна быть голова. Блин, давай стройся. Так, вот так вот, вот времечко, так вот. Времечко. Да времечко вообще не щадит никого и ничего. Так, быстрее. У него вроде бы черная морда. Вроде бы морда у него черная. Так, морда у барана должна быть какая-то черная. Так, вот так вот, вот так вот. Так, 2 глаза быстрее сделать. Если ты опять забагуешься, хрень, я тебя возненавижу. Так, белая основа. Какого цвета глаза? Как мне их сделать? Так, делаю свои любимые глаза, мне пофигу. Синие делаю. Так, забираем глаз один. Так, делаем второй глазик. Белая основа. Так, глаз 2. Вот у нас глаз 2. Синяя основа. Голубоглазый ты у нас будешь сегодня. Так, отлично. Так, глаз 1, глаз 2, так, отлично. Так, теперь можно снизу еще добавить ему немножко моськи. Так, где-то у кого-то бараны бякают. Слушай, я слышу, как бякают бараны у кого-то. Так, тебе розовый кажется. Нос, розовый нос. Это у тебя что ли бараны бякают? Нет. Я все знаю. Мне они все рассказали. Так, вот, отлично, баран готов. Так, надо сделать ему какой-то упоротый рот. Быстрее, мне нужна ступенька. Так, ступенька. Так, вот так вот. Все, отлично, баран готов. Ноги в другую сторону смотрят. Серьезно, что ли? 38 секунд. Ладно, хорошо, у него будут такие ноги. Значит, так и задумалось. Так, быстрее землю переделать. Быстрее переделать землю. Так, отлично. Так, это мне все больше не нужно. А, так, что мне нужно? Мне нужны и любви частички. Так, любовь. Любовь у барана должна быть вообще отовсюду. Так вот, правое ухо любовное. Так, вот еще немножко любви. Так, я, может быть, успею немножко красителя добавить. Где дурацкие красители? Вообще, где красители? Так, краситель серый. Так, хотя бы немножко цвета тебе придать. Так, давай, немножко цвета. Как цвет не меняется? Да ладно, цвет не меняется. Блин, реально в Майнкрафте можно красителем цвет менять. Я хотел сделать, чтобы у барана было все какое-то более такое объемное. Так, кто-то сделал что-то странное. Что это? Неизвестно. Так, я не понимаю, где здесь голова. Что хотя бы пишут? Пишут, типа, голова, непонятные цифры. Надо было проголосовать. Так, это что-то довольно-таки милое, похоже на барашку, только не на барашку из Майнкрафта. Ну да. Окей, потому что, ну, я не вижу рта. Так, это... Премия Супер Пуп побеждает! Я ж надеюсь, ты не такое что-то сделал, ты сделала что-то крутое? Нет, это не я. Ну смотри мне. А если бы это я выбрала? Ты должна делать что-то эпичное, иначе не получишь эпичное. Так, это мое. Это твое? Да, вот, вот тут голова, тут голова, тут голова, тут, лол. Эпик. Так, ну я не знаю, вот голова, здесь голова. Я не в ту сторону, кажется, своего монстра построил. Так, здесь... Я не знаю почему, но я поставлю гуд. Блин, оно смешное. Ну рассмеется, оно паратый, господи. Так, это что? О, прикольно. Совсем махоньких сделали. Какие-то 2 барашки. Мостики. Я окей поставлю, потому что оно меня пугает. Так, это что-то тоже страшное. Свинюшка, не это что? Меня еще больше пугает. Здесь я поставлю пуп, потому что это какая-то опасная табуретка. Я что-то подобное видел в игре Half-Life. Вот мое. Твое? Ты уверена, что это баран? Да, сзади еще вот эта шерстинка. Да. Что, баран? Черно-белый, пушистый. Я не проголосовал. Или оно проголосовало само, я не знаю. Но я, кажется, я не тыкал ничего. Так, вот эта маленькая фигня, она еще и злая. Ты посмотри, вот эта маленькая табуретка, она злится. Так, я не буду держать в руках легендари, потому что вдруг оно победит еще. Я да, у меня смещение, мои лапы в другую сторону смотрят. О, боже мой, этот баран, он меня пугает. Он мне будет сниться на очередь.
Табуретка, блин, это капец просто. Ладно, в общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас сыграли и комментировали дилеры на мини-кошка. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, заигрывайте на мой второй канал, на кошный канал, ссылки будут в описании. Также в описании много интересных ссылок, можете по ним покликать, глянуть, во что мы еще играли. И в комментариях пишите, что бы нам такого интересного построить. И надеюсь, что вам понравились наши сегодняшние постройки. Да, они упоротые, баран это нечто вообще. Фермеру глаза не получилось нормально сделать. Ну, мне понравилось, фиг с ним. Я легендари не прошу больше, так что я к вам прислушиваюсь. Ого, сзади какой-то зомби. В общем, до скорых встреч и не забудьте поставить лайк. Пока. Мяу, пока.